Да где этот сундук, блядь? Мы, возможно, убьем Лунтика с его друзьями. Ой, блядь. Муравейник. Пятая казарма. Твари лежат, морды в пол. Блин, слушай, надо что-то делать, или же мы прям тут же умрем. Лунтик. Да. Пупсик. Клатики какие-то. Лунтик. Это же нахуй. Надо ему пизды дать! Заебись! Закинь на расслабоне! Да, водичка заебись! Хорошо, что мы весь этот апокалипсис таки вернули, и его не случилось. Но это ты его устроил! Ну, если бы ты таким добреньким не был! Пошел нахуй! Но да зато мы вернули! Мы зато мы вернули, да, все хорошо. Да. Слушай, а я недавно, короче, почитал книги про путешествия во времени. Угу. И во многих из них говорится, что ну, Вселенная, она циклична. То есть та или иная ситуация обязательно должна повториться. Я вот тут подумал, если я этот конец света не совершу, то его может совершить кто-то другой. Да нет! А почему нет? Может же быть так? Конечно, не ебал моё в лесу. Это же пиздец! А вдруг даже у тебя в мозгу что-то случится, и ты сам его и сделаешь? Нет, тихо, не хочу, не хочу, не хочу! Да стой, блядь! Да я стою! Поэтому, ну, где я? Давай, короче, походим по лесу и поспрашиваем у всех, всё ли у них хорошо. Да. Потому что, блин, ну... И да, нам нужно будет перепрятать куда-нибудь или сказать о этом кладе Корнею Корнеичу, чтоб его больше не нашел. Да, а лучше его самим запрятать, чтоб никто не нашел. Да, пойдем. Пойдем. Корней Корнеич! Корней Корнеич! Здравствуйте, деточки. Это вы не видели мой сон? Видели, видели, видели. Пойдем, видели? Старый пердун. Где же он, где же он? Я его совсем уже обыскался. Вот, вот он, вот он, вот он, Корней. О, вот он, мой любименький. Это, в общем-то, там не важно, что лежит, это... Короче... Да, да, мы знаем, алмазы, золото, изумруды. Откуда вы знаете? Пойдем, пойдем, да не важно, не важно, давай, пока. Ну, ну ладно. Давайте, Корней, Корней, до свидания. Ну, вроде бы, все хорошо. Да, теперь из-за этого сундука ничего не будет. Теперь он у Корнея Корнеича. Пойдем. Ну, у всех все хорошо. Да, мы обошли всех жителей, у всех все хорошо. Значит, все-таки конца света не будет, а я, наверное, слишком хочу. Ура! Все будет заебись! Ну ладно, сегодня, сегодня вроде как концерт у Шмюка, поэтому пойдем посмотрим. Пойдем! Блин, Лунтик, мы пришли на час раньше. Блин, ну зато дела все наши закончены. Хорошо. Ой. Здравствуйте, деточки. Я так понимаю, ну концерт еще через час, но все равно мне же порепетировать надо. Давай. Да, да, давайте! Да, давайте! Ну хорошо. Песенка называется «Моя любовь». Исполняет Шинюк. Не знаю, мне чё-то не нравится этот концерт. Слушай, я тут подумал насчёт апокалипсиса. Идём-ка, идём. Пойдём. Вроде нас не видит. Извините, дядя Шнюк. Хуйня какая-то. Пошёл не может. Пошёл он нахуй. Пидорас старый. Именно. Так вот, почему мы ушли всё-таки с концерта? Потому что я все-таки думаю, что конец света может наступить, и у меня для этого есть неопровержимые доказательства. Я сейчас тебе принесу пару книжек. Ага. Ты смотри тут без меня, не делай ничего, никуда не уходи. Мила, что, Лунтик? Давай поебем. Давай. Ах, 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 ах,
ему, что вы тут делали? Принёс мне книжки! Принёс! И где они? Иди сюда! Да чё, новые книжки! На самом деле, то, что мы походили и поспрашивали всех, типа, ну хорошо они себя чувствуют. На самом деле, мы некоторые подозрения. Пиздец! Слушай, я сходил к Корнею и спросил у него про его машину времени, что ее можно воссоздать. То есть, даже в наше время сейчас кто-нибудь может пойти просто своровать эти чертежи и сделать машину времени. Точно! Поэтому, смотри, я не знаю никаких целей и почему, но любой сейчас может устроить цвета. И я не знаю, как нам это контролировать. Ты, кстати, слышал, что недавно твой дедушер поймал гусениц за тем, что они носили закладки? А ты знал? Блять, это же я ему сказал, точно! Да, их платят по 8 тысяч рублей. По 8? Они хотели купить себе, ну, штук разных, чтобы создать эту машину времени. Вдруг они... Создатели апокалипсиса. Надо что-то решать! А то на пизде! А вот и закладочка. Вы хорошо потрудились, Лупси-Липупси. Теперь все зависит от меня.